Добрый вечер. Мы продолжаем. И еще одна важная новость. Сегодня на проспекте Кирова произошло событие, выходящее за рамки привычного. Массовое помешательство, как характеризуют его врачи. Около 300 человек, проходящих мимо торгового комплекса «Ирис», начинали вести себя странно. Я не знаю, они вообще как психопаты просто какие-то. Они вообще ничего не понимали. Это страшно. Они кричали, вели себя абсолютно неадекватно. И некоторые даже впадали в состояние так называемого транса. Что это? Проба электронного звукового оружия или ожидание конца света 2012 года? Вы знаете, я даже не знаю. Вот ощущение, как будто все просто заболели, воздействие может быть какое-то. Как утверждают сами психопаты, они не понимают, что с ними произошло. Ничего, все началось. Закончилось. В тумане. Бумажку дали, вот, какую-то. Не знаю, что это, кто. Скоро будет все сбываться. Скоро будет все сбываться.